Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Вперше в цьому році ми зустрічаємося з нашим улюбленим отцем Яковом Кротовим в програмі «Неофіт», якого я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати. Слава Ісусу Христу, Отець! Слава віки! С Рождеством, отче вас, с Новым годом! І що обычно нужно пожелать священнику, Отец? Да, в общем, того же, чего всем людям. А что, у священника копыта растут, что ли? Ну, да. Быть еще более подкованным. Да, ага, понятно. Хорошо, хорошо. Чего вам и желаем, отец? Вот если взять конкретно Новый год, то, естественно, подходящая должна быть и тема, которую мы обозначили в нескольких словах, что вот входим в Новый год, и все должно быть по-новому. Может ли быть человек новым, если все у нас вот, или много чего вот старое. Отец, а действительно, ну, нас христианство зовет к обновлению какому-то. Как это обновление происходит вообще, по вашему мнению? Да если бы я знал, я бы обновился. Я в основном как-то все теоретически. Не христианство зовет, а, ну, действительно, я думаю, что вот это вот празднование Нового года, оно ведь в истории человечества гуляет довольно сильно. Для нашего региона традиционно, на самом деле, праздновать Новый год 1 марта. Потом с 15 века уходит на 1 сентября, хотя ультрамартовский так называемый стиль сохраняется, а потом на 31 декабря. Я думаю, что 1 марта, понятно, это начало нового сельскохозяйственного года, это начало весны. И то, что уходит на 1 сентября, это довольно важный сдвиг, мне кажется, в современном мире. Ну, даже для людей, которые уже на пенсии, а все равно 1 сентября означает часто больше, чем 1 января. Потому что внуки, дети, знакомые, мы живем в мире информационном, все завязано на образовании, на школе, на вузе, студенты или преподаватели. Вот. Ну и заканчивается лето. Поэтому я думаю, что у всех у нас три новых года. 1 марта, 1 сентября и 1 января. 1 января – самый странный Новый год, потому что это разгар зимы. То, что солнечное солнцестояние, вот, экинокса, мало кто знает, это только астрономы чувствуют. И вот вдруг среди тьмы человек испытывает потребность в обновлении. Я думаю, что это победа духа над материей. Действительно, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Неофіт». Ми вперше зустрічаємося в цьому році з отцем Яковом Кротовим. Говоримо про відновлення. Отець, ми знаємо також, що була така єресь, автор которой, даже не автор, а автори, которые это ученики Оригена, про некоторое обновление, которое должно быть в конце веков. Эта наука называется апокатастасис, да, то есть все вернется к истокам, все обновится, и Бог всех с распростертыми объятиями примет в рай, да, то есть в ад никто не попадет, потому что все вернется к дому отцу. Кажется, теория очень великолепная, красивая и такая, как вам сказать, милосердствующая, да, есть такое латинское слово, мизерикордия, да, очень красиво это все произносить и вдумываться, ну, если Бог есть источником любви, так зачем же ему кого-то осуждать и бросать в гиену огненную? Но церковь и Римо-католическая православная отвергли эту науку, да, говорят, что нужно какое-то возмездие. А от чего отвергли-то? Ну, красиво же звучит, красиво там ученики Оригена придумали. Что там не так? Ну, вы знаете, с учениками Оригена надо быть поосторожнее, и с идеей, что Оригена осудили, надо быть поосторожнее, прежде всего потому, что это осуждение в начале VI столетия, когда действительно несколько оригенистов из Египта пришли в Сирию, так называемые долговязые монахи, вот, и подверглись осуждению. Но по церковной традиции нельзя посмертно осуждать человека, умершего уже на суде Божьем. Осудили одно конкретное учение – причем учение о всеобщем восстановлении
Об иконостасис, видите, там ведь слово-то стасис главное, корень, то есть то же, что в иконостасе, ну, это и наш славянский корень, стояние, вот, всеобщее восстановление. Церковь никогда не учит, что необходимо возмездие, но весь наш опыт и Священное Писание заставляют нас видеть, что человеку для покаяния, для внутреннего обновления необходимо сознание конечности, необходим страх, необходим испуг. И в этом смысле необходимо как бы понимать и чувствовать, что ты можешь погибнуть. А знаете, что ведь на это отвечают атеисты? Ну и не только атеисты, но и многие верующие. Они говорят, любой грех, любое зло, оно конечно. А любое и наказывать вечными муками за временное зло, это не милосердно, это не мизерикордия, это несопоставимо. Ну, человек, я не знаю, вошел в квартиру в грязных ботинках, а мы его на сковородку. Человек убил 6 миллионов евреев. Это, конечно, мягко говоря, недобродетельное деяние. Но все-таки, ну как, что ж, теперь вечные муки по миллиарду лет за каждого. Ну, хорошо, а потом все равно еще. Мы наказываем, чтобы предотвратить преступление, чтобы уравновесить. И вот это ведь не совсем христианская мысль. Это мысль языческая. И она как раз не подразумевает идеи новизны. Это мысль о том, что мир должен иметь некоторое гармоническое равновесие. Если у кого-то вышибли глаз, надо и у преступника вышибить глаз. Убили человека, надо убить убийцу. Если убийца убил 6 миллионов человек, надо его убить бесконечно. Вот. И вот идея равновесия, она несовместима, конечно, с христианством. В этом смысле идея возмездия – это идея дохристианская. И прежде всего потому, что отвечать на уничтожение уничтожением, ну, это логично, это справедливо, это разумно. Но веруем ли мы, что Создатель может, как бы вам сказать, может придумать что-то, что нам в голову не приходит? Вот об этом мысль Оригена и его учеников. Мы все меряем линейкой, мы все меряем механикой, а Создатель-то просто любит. И он, может, и для Гитлера чего-нибудь, прости Господи, придумает. Да уж, безусловно, отец, но, скажем так, апологеты говорят, что на самом-то деле все здесь просто решается и все понятно, поскольку сам человек из-за своего желания идет туда, куда ровным счетом хочет. Если он хочет спастись, если он хотя бы минимально верит в Бога или, по крайней мере, живет по совести, то у него уже, по крайней мере, на чистилище это шансы 100%. А если он отвергает, как сказано в псалмах, сказал безумец, нет Бога, и до последнего это отвергание есть действительным, то в конце концов он попадает туда, куда хотел, в небытие, в ад, в гиену огненную и так далее. То есть он как бы попадает в ад по собственному желанию, потому что с Богом он не ужился и не хотел его принимать даже как идею. Вот такая краткая методичка этих размышлений. Методичка. Вы знаете, вот мой самый главный враг на сегодня – это милитаризм, это военщина. Я живу в военизированной милитаристской стране. И вот то рассуждение, которое вы привели, это рассуждение старшины на плацу. Вот в армии разговор короткий. Не застелил койку, опоздал на построение, значит, не хотел. Значит, а иди-ка ты на гауптвахту и чисти зубной щеткой клозет. Потому что если бы хотел, ты бы смог. И вот это вся логика милитаризма. Если хочешь, сможешь. Сможешь форсировать Днепр. Мой отец, надо сказать, который и в окопах Сталинграда воевал, и под Кенигсбергом, и вообще он был старшина взвода автоматчиков. И это не самое лучшее занятие на войне, потому что ты на танке, на броне, открытый любому выстрелу. Вот. Но переправу через Днепр он вспоминал, говорил, что это самое страшное, что только было в его жизни. Вот. И погибли десятки тысяч людей. Вот. Так вот, мне ближе евангельское апостола Павла,
несчастный я человек, делаю то, чего не хочу, а то, что хочу, того не делаю. И поэтому, кого бы то ни было, начиная с родных детей и вообще с родных, упрекать, что ты вот не захотел и не сделал. И самого себя даже упрекать не надо. Иначе мы впадем в шизофрению. Надо сразу, сходу принять, что в человеке есть некоторая такая иррациональная, непонятная часть. Наша воля – это только часть нашего духа. И поэтому Господь, когда мы совершаем грех, начиная с греха Адама и Евы, Он нас не уничтожает. Потому что вот по этой логике офицерской, ах, сожрали яблоко, нарушили приказ, я вас уничтожаю. А Господь ведь не послал ни Адама, ни Еву в преисподнюю. Он даровал им новую жизнь. Я должен сказать, с годами все больше понимаю смысл, ну, вот есть такой акафист, акафист благодарственный Богу за все. Владыка Трифон Туркестанов писал. Вот. Действительно, эта жизнь, которая кажется нам иногда серой, иногда гнусной и практически всегда недостойной нас, это жизнь не чистилище и уж не преисподняя. Это жизнь, это новая жизнь, это второй рай. И в каком-то смысле, я бы сказал, и не я один, не хуже прежнего. Поэтому надо быть благодарным Богу за этот шанс и давать шанс другим. Отец, ну вот смотрите, очень красивый пример по поводу милитаризации, да, но, тем не менее, если посудить с другой стороны хотя бы с точки зрения притчи о блудном сыне, какое-то дожелание проявить для того, чтобы жить вместе с отцом, человек, ну, все-таки обязан. Ну, вот не вернулся бы в обитель и не раскаялся бы сын отцу, и так бы и далее был бы рабом где-то там непонятно где и ел какие-то там непонятно что вещи. А так все-таки уразумил, вернулся к отцу, и тот его обновил, дал новую одежду, самую лучшую, там, зарезал тельца и так далее. То есть вот мне кажется, это как одна из формул того, ну, если можно, конечно, здесь подчинить какую-то формулу в этой всей метафизике, вот что касается того, как человек должен приходить и обращаться, да, это может быть закон совести, здравого рассудка, просто человечности, просто, не знаю, инстинкта самосбережения, потому что если мы живем без Бога, все равно как-то жизнь безвкусная. Рано или поздно этот человек понимает, пусть он олигарх или простой человек, да, то есть рано или поздно это все равно усведомление этого, оно приходит, разве нет? Да, конечно, нет, пан Сергий, ну о чем вы говорите? Вот, вы это Януковичу скажите или какому-нибудь там. А вы видели, как он бедный страдает? Ой, да, ой, ну так прям страдает. А Владимир Владимирович прям весь извелся. Вот, ну, сейчас я ему... Владимир Владимирович, может быть, чуть погрешнее, извините, да. Вы понимаете, притча о блудном сыне, no. Она же ведь традиционно понимается совершенно неверно. Она понимается как притча о сыне, который ушел и вернулся. Но Спаситель-то рассказывает, главный герой притчи для Спасителя – это старший брат, это антифарисейская притча. Это как раз притча о тех, кто требует от людей послушания, кто сам себя смиряет. Притча, если угодно, о великом инквизиторе. Потому что старший брат, он же такой аскет, и он вот сознает, что он жертвует собой, вот он козленка не поел, он друзей не позвал, он служит верно отцу. И как говорил святой Хосе Мария де Скрива, основатель Опус Деи, у меня эти святые уже в печенках сидят, потому что человек там занимается самобичеванием, исхудал и весь. Но при этом он, как и старший брат в притче, страшно злится, потому что он хотел бы козленка, он бы хотел с друзьями на дискотеку. Но он вот отца не беспокоит и думает, что тем самым зарабатывает себе баллы. А ничего такого в этом нету. И у притчи о блудном сыне есть еще один странный аспект. Мне о нем впервые, вот я слушал лекцию, есть такой Сергей Жером, римо-католический мыслитель, я бы сказал, богослов. Вот, и он ведь очень точно подметил то, что не все понимают, что притча не утверждает, что младший сын вернулся жить с отцом. Он вернулся из дурного побуждения, он вернулся не из любви к отцу,
Он вернулся с голодухи. Это, извините меня, дешевая благодать. Это вообще не благодать. Вот отец-то его встречает. Но нигде не сказано, что младший сын будет потом и дальше жить, а не проскочит еще куда-нибудь. И я бы сказал, ну, зная, что такое люди, освободившиеся из заключения, что такое бездомные, что такое пьяницы, наркоманы, они приходят, они с удовольствием съедят этого упитанного тельца, они с удовольствием там возьмут новую одежду, а дальше, сами понимаете, через пару недель, через пару месяцев фьюить их нет. И они опять там со свиньями и блудницами, потому что подкрепились. И это большая проблема для многих людей. Ну, вот я знаю, у нас в Подмосковье дом трудолюбия Ной, вот, и туда бомжи бездомные приходят зимой. А как Новый год, 1 марта, у них новая жизнь. Я не фьюить. А ведь это же дело на самоокупаемость, это же надо работать, зарабатывать. Отец, смотрите, ну там эту притчу можно вообще с трех сторон осмотреть. О блудном сыне, о милосердном отце, о втором старшем сыне, который вот искренне возмущался, да, вот тем, что происходит. Но если мы читаем с точки зрения там богословия, насколько священники объясняют, по крайней мере, некоторые из тех, что я читал, они говорят, что если в притче дальше процесс не описан, да, и там, допустим, на чем-то заканчивается, а всегда в притчах очень часто звучит так называемый эсхатологический смысл, то есть уже в конце времен, да, то есть вот здесь описанное как бы не земная жизнь, а уже как бы небесная, то здесь можем утверждать, что если притча заканчивается тем, что сын вернулся в обитель отца, значит, читай по-другому. Сын, то есть человек или грешник, обращающийся к отцу, это может быть человечество или там язычник, который обращается к Богу. Да? Вот таким вот образом можем интерпретировать смысл притчи. Да? Ну, так даже по логике подумать, Иисус Христос не стал бы намекать нам на то, что этот сын опять уйдет, опять будет грешить. И он показал, что вот каким должно быть раскаяние правдивым. То есть таким всем сердцем, всем разумением. И даже если оно корыстное, этого сына мы упрекать не имеем права, потому что хотя бы эти аргументы стали для него решимыми. А другим философам он надо всю жизнь думать. В конце жизни они становятся еще более атеистами и уходят в небытие. А этот хотя бы о желудке подумал, и подумав о желудке, кто знает, обрел Царство Небесное. А толку тем философам, которые думают о каких-то тонких материях, и это приводит их куда-то в страшные обители. Вот такой смысл. Как вам? Пан Сергий, не плюйте в философов, они пригодятся. Вот, а я не во всех. Не во всех, только в Жан-Поле Сартре. Но... И в Сартре не надо плевать, и в Камю не надо плевать, и в Хеннесси. В Хеннесси это вы про коньяк? Или? Ну, конечно, пригодится коньяку напиться. Вот, и Камю неплохой коньяк. Вы понимаете, это притча все-таки о старшем брате. Младший сын, он вообще не думал. Когда живот скрутило, это не думание, это кручение живота. С голодухи, вы понимаете, ну, он пошел к отцу. А если бы рядом был там какой-нибудь олигарх, который объявил бы, что за голосование выдаю килограмм гречки, ну, и этот младший сын пошел бы к олигарху. С голодухи люди многие делают великие преступления. Поэтому, собственно, 40 дней поста Спасителя – это ведь испытание, потому что голод – он не тетка. Голод может побудить и на святость, и на величайшие преступления. Вот. И вот я вот действительно перед программой перечитал Данте «Новая жизнь», потому что ведь там о новой жизни на самом деле довольно немного, но сам его импульс, он ведь какой? Он же не с голода. Или, скажем так, циник скажет, что Данте изголодался по Беатриче, и поэтому решил начать новую жизнь.
Ну, смотрите, что значит «изголодался»? Данте пишет, что он влюбился в Беатриче, когда ему, Данте, было 9 лет, ей столько же. Ну, вы понимаете, что это, ну, вот действительно амор, глаза на предмет, что это не какая-то страсть, вот такая вот физиологическая, когда прямо тянет, тянет непреодолимо. Ну, вот это детская, подростковая, ну, скорее даже детская влюбленность, а человека перевернула. И я думаю, что весь опыт церкви говорит о том, что настоящая новая жизнь начинается именно с любви к Богу. А с голодухи, в общем, мы возвращаемся к старой жизни, но не более того. Это Отец нас любит, даже если мы Его не любим. А, ну что, ну вот младший сын, ну вернулся, ну получил. Вот. Но там не сказано, что он полюбил отца. У него вот эта вот затверженная формула. «Прими меня как единого из наемник твоих». А Бог нам говорит, что вы больше мне не наемники, вы мне не рабы, вы друзья. Вот, друзья любят друг друга. И начало новой жизни по-настоящему-то, когда мы ощущаем? Когда в нас зарождается любовь, а это дело не кулинарное. Ну, там описано, что этот сын сильно каялся, да, вот этот вот процесс покаяния, и в духе притчи очень ясно, четко видно, что каяние было вот не только с животными, имею в виду чрево исходящее, а это каяние было глубинным до глубин сердца, да, то есть было видно, что да, Бог нашел к нему способ достучаться через голод, но как-то что-то зазвенело в сыне и в голове, когда он понял, насколько отец его обезопасивал, ну, не знаю, во всех сферах его жизни, да, то есть это еще такой символ очень красивый, мне кажется, той Божьей благодати, которую он дает. Потому что на самом деле, если мы вернемся к началу притчи о блудном сыне, как она начинается? Он подходит к отцу, говорит, дай мне все, что есть мое. То есть благодать, может быть, духовный акцент этой притчи. Да? То есть мы идем с этой благодатью и растрачиваем. Там дальше написано, что он с определенными женщинами все это прокутил. Это обозначает, что он стал блудником. То есть расточил эту всю благодать и стал вот именно на такой путь такого полного грехопадения. И он стал понимать, что он погибает. Символ еды – это символ притч, просто для того, чтобы человеку было доступно. На самом деле здесь просто описано мытарство человека, страдания на земле, живущего без Божьей благодати. И вот он жил без этих благодати, вспомнил отца, как ему там было хорошо, тепло, уютно. И вдохновленно, и он понимал, сколько он имел богатства через это благодать, а сейчас он ничего не имеет, и поэтому он вернулся через раскаяние и снова обрел эту самую благодать. Символ благодати – это белая одежда, которую отец его одарил. Мы знаем, что покаяние, как бы, это всегда тебе выдают, ну, в такой символический способ новую рубашку белую и так далее и тому подобное. То есть об этом даже еще катехизм говорит. Вот в этом глубинный смысл. Разве нет этой притчи, отец? Ну, смысл этой притчи может быть этот, но в принципе мне это ваш такой яркий образ белой одежды напоминает школьное детство. Белый верх, черный низ. Вот и все наше. Нет, без пионерства, пожалуйста. Красный низ там было. Какое пионерство? Я, кстати, вот в Израиле, в субботу так выйдешь, и всюду белый верх, черный низ. Потому что набожные иудеи, черные брючки, белая рубашка. Да там еще и надевается белый такой плат. Вот и пояс с молитвенными кистями, цицит. Так что чувствуешь себя действительно как в школе, когда все выросли. А здесь все белое, там черного низа нету в этой притче. Да есть, он куда ж деться-то, не лукавьте, все есть, и копыта есть, и хвостик там небольшой, крючочек. Вы понимаете, давайте смотреть правде в глаза. Потому давайте, что, ну, где у нас правда глаза? Возьмем того же Януковича. Ой, боже мой. Да пусть поикает немножко в рождественский сочельник. Правда, жизнь... Да уже ж наикался, я думаю, за последние 4 года. Мало.
Вот, пусть на коленях приползет в Киево-Печерскую лавру из Москвы, а мы посмотрим. А мы будем ему стелить рушнички. Вот, вы понимаете, богатый, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Вот что отвечает мир на притчу о блудном сыне. И это правда, это действительно правда. Было бы глупо думать, что богатые люди, вот этот вот там 1% населения сверхбогатые, 10% тоже богатые, мягко говоря, что они там, вот у них бездуховная жизнь и так далее. Я вам хуже скажу, если угодно, неприятная новость, что предатель, Иуда, человек, который там, может, застрелил кого-то на Майдане, бежал в Россию, человек, сбивший бук или отдавший приказ. Вот. И вы знаете, ну или даже что-то помягче взять. Вот Дулуман, да, еще я вспоминал, такой великий предатель церкви в середине 50-х годов стал в «Комсомольской правде» обличать церковь. До этого был преподаватель в духовной академии. Угу. Вот. Он же умер буквально несколько лет назад. Он должен, там, 95, что ли, ему было. Вы понимаете, ну да, Иуда, потому что потерял веру, ну уйди, а что ты обличаешь? Мы знаем из архивов КГБ, что это было его ГБшное задание. Кого? У него был... Дулумана. А, угу. Вот. ГБ ему поручило. Вот. Он потерял веру намного раньше, стучал на тех, с кем вместе преподавал. Но вот у Дулумана жена, дети... Дети патриоты, я просто наткнулся как раз на сайты, там фотографии, как они участвуют в АТО и так далее. Вот что они про отца думают? Что он Иуда? Да, конечно, нет. Для них Дулуман – это папа, дедушка. И они правы, вы поймите. Потому что даже палач, ну, Дулуман, слава тебе, Господи, не палач, вот, но согрешил он один раз там в 56-м году. Вот. А дальше Господь ему давал силы жить. И у Януковича, и деньги, и семья там, кажется, да? Вот. И он может прожить десятки лет, не терзаясь угрызениями совести. Он создаст вокруг себя, в себе иллюзию, что все хорошо. И совесть не будет возражать. Способность к самоуспокоению практически безгранична. И у старшего брата в притче он вот успокаивает себя прежде всего тем, что я лучше младшего. Но так же и мы, так вот, благодарю тебя, Господи, что я не таков, как этот мытарь. И любой диктатор так скажет, всегда есть кто-то, по отношению к кому мы святые. Единственный, по отношению к кому мы грешники, это человек, которого мы любим. Или Бог, которого мы любим. А есть ли кто-то, которого мы любим? Если у Януковича есть любимая жена, он знает, что по отношению к ней виноват, сори. Потому что если я люблю человека... Я всегда знаю, что я не додаю ему, ну, как в Евангелии, когда все сделали по заповедям, говорите себе, что вы рабы, ничего не стоящие. Вот. Все могу обеспечить, но могу ли я дать своей любимой ту любовь, которую должен дать? Это вот вопрос Данте в «Новой жизни». Я люблю Беатричу, ну, что я могу ей дать? Она замужняя дама, между прочим. А я вообще диссидент и в ссылке, живу там в Равенне. Я смерть ее узнал в ссылке, на похороны не мог прийти. Вот. Вот это вот самое страшное в мире. Не то, что живот крутит, не то, что ты в несчастье, а вот когда ты в счастье, деньги есть, все есть, совесть чиста. И все равно, именно если ты любишь, ощущение, что ты чего-то не додаешь, и что новая жизнь... Она все время где-то вот за этой гранью, где ты что-то такое вот придумаешь и создашь, чтобы дать. Потому что образ Божий в человеке – это творческий образ. Любовь – это не просто совместное ведение хозяйства, это совместное творчество. Любовь начинает исчезать, когда любящие успокаиваются и живут на проценты с прошлой любви, а надо что-то новое. Ну, вы знаете, насчет этого старшего сына все никак не можем отпустить эту притчу, хотя она очень подходит, кстати, к нашей сегодняшней программе, по крайней мере, мне так кажется. Там частично подтверждается, ну, такими подходящими аргументами то, что старший сын все-таки как бы, ну, не то что лучше, но ближе к Богу, хотя бы потому, что в притче мы ни разу не находим
момента, где бы отец общался с младшим сыном, даже после его возвращения. Там он ему ни слова не сказал. Он говорил через слуг, он давал ему одежду, но он с ним не говорил. А говорил со старшим сыном, то есть диалог. Диалог происходил. И здесь особый дар можно выкристаллизовать, да, через дар общения прямого старшего сына и младшего, да, и в принципе в этой притче также не говорится, что этот старший сын, он где-то сильно согрешил, то есть просто отец ему говорит, что ты не волнуйся, да, все, что мое, твое, а этого я так почую младшего, потому что он был мертвым и как бы воскрес, да, то есть просто ему даю возможность дальше жить вот в моем обители. А ты ближе ко мне, да, потому что ты постоянно со мной был. Вот здесь, мне кажется, вот символ такого вот особо большей благодати, он, ну, как бы более наочно, как мне кажется. А как кажется вам? Вы очень правы, и это интересная мысль, я ее зафиксирую, про то, что в притче отец говорит только со старшим, это замечательное наблюдение, и это еще раз доказывает, что притча именно о старшем сыне, но я боюсь, что вас это дело не отпускает, потому что, условно говоря, младший сын – это православные, а старший сын – это римокатолики. И все, что вы сказали, это правда, правда. А мы православные, мы… Ну, разве только на подсознании, потому что прямо так не имел в виду. Видимо, на подсознании во мне сильно католик сидит, да. Не то слово, не то слово. А по-нашему православному, вот в кале греховнем валяхусе, твой оскверни в образ. И действительно, вот по-нашему, ну что я Богу могу сказать? Я только Матери Божией могу сказать, что если можно, пожалуйста, там, перед сыном заступись, потому что я прямо стесняюсь, честное слово. Вот, а римокатолик идет, не стесняясь, потому что он в своем праве, он там, значит, на дискотеку не ходил, с блудницами не гулял. С благодатью, да. Благодатью. Не расставался, да. Ну, все чудно. Вот. А все-таки новая жизнь, вы понимаете, ну вот как вот 1 сентября. Вы понимаете, новая жизнь для всех нас, она ведь начинается с материального, как вот тут, вот новая одежда и так далее. Вот у тебя новая тетрадка. И я вот отсчитываю 4 клеточки и аккуратненько линеечкой провожу и клянусь себе, что вот никогда не буду залезать за эту линеечку, что эти 4 клеточки, они всегда будут чистое поле. Ну и, конечно, все время залезаю, потому что я человек близорукий и почерк соответствующий, и потом я быстро думаю, а пишу медленнее. Поэтому залезаю, ну что делать? И многие люди грешат по этой же причине, потому что очень уверены в себе. И вы понимаете, я, может быть, страшную вещь скажу, но иногда, может быть, лучше согрешить от скорости, чем писать ровненько и по клеточкам, но при этом тормозить. Ну, вот точность – замечательная вещь. Вот прийти ровно в 17:00. Но вот Бог не точен, вы понимаете, Бог в этом смысле не педант. Он пришел к нам раньше, чем нужно, потому что, ну что это, он родился во времена кесаря Августа. Помните этот анекдот про еврея, который пишет открытку из КГБ в Израиле, нет? Нет. Ой, он чудный, он такой катехизический. Пришел еврей, вызвали еврея в КГБ и говорят: «Рабинович, пишите, вы тут много чего, мы ваши письма читали». Вот, пишите теперь: «Живу очень хорошо, в Израиль ехать не хочу». Вот. Рабинович садится и пишет: «Наконец-то я нашел время и место, чтобы сообщить тебе». Ну вот, ну что, Господь Иисус родился в жуткую эпоху, накануне разрушения Израиля очередного. Император Август – это на самом деле тот же Гитлер, тот же Янукович. Ну, вот только что статуя красивая, а посмотришь внутрь, ну, крокодил и крокодил, проглотил все Средиземноморье и Римскую республику в придачу. Вот. Неподходящее время, но Господь пришел максимально рано, потому что ему не терпится. И многие люди грешат, потому что не терпится. Самое трудное – потерпеть иногда. И вот иногда понимаешь, что… А вот любовь нетерпелива.
Вот. Иногда вот эта вот нетерпеливость любви у младшего сына-то, он же ушел от отца. Почему? Ну что, такая вот сволочь был символически, убил отца, потребовал часть наследства, подонок. Он любви хотел, большой чистой любви. Но поспешил, поэтому попал к блудницам, потому что порядочная девушка, она, естественно, так сразу на сеновал-то не полезет. Вот, значит, идешь, где красный фонарь, от нетерпения. Но это, как бы сказать, ну, это, в общем, прелюбодеяние, я бы сказал, обычно это самый простительный из всех грехов. Ну, если это период гиперсексуальности, вот, ну, мы же помним, что такое этот период злосчастный. Вот, это такая мощная сила изнутри распирает. Вот. А прелюбодеяние по-настоящему грех там после 20, когда это уже человек искусственно, скорее, в себе вызывает нетерпеливость, ему это нравится, он омолаживается. И я думаю, что больше всего противоречит вот этому обновлению новой жизни – это искусственная молодость, искусственная новизна, искусственное омоложение. Вот. А такое тоже бывает, к сожалению. Абсолютно. Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Неофіт», це Яковим Кротовим, ведучий Іваницький Сергій. Сьогодні говоримо про обновлення в новому році. Як жити по-новому, без політичних гасел, виключно духовний акцент. Отець, давайте перейдемо к этой притчі до Нікодима, да, который как-то вопрошал Ісуса Христа, как человек может дважды родиться, да, и Иисус Христос там что-то говорил, каким образом это возможно, и про крещение вспоминал, и про Духа Святого. Вот как это возможно нам сделать, да, потому что 2000 лет прошло, а в принципе то как-то осознание этого, ну, не появилось, то есть, ну да, Святой Дух, ну да, крещение, но как-то так чувствовать себя новым человеком, то есть смотреть даже на ближнего с любовью, ну как-то трудновато, честно говоря. Вот еще если этот ближний, это твой родной человек, и вы там не ссорились, то еще полбеды можно смотреть с любовью. А вот если вот что-то подальше, то уже какие-то громадные проблемы. И поэтому как обновиться здесь? Это вообще реально стать таким, ну, филантропом в хорошем смысле этого слова, таким глубоким? Это реально уже здесь? Ну, конечно, нереально. Конечно, нереально. Конечно, это в Евангелии сказано, когда ученики, апостолы и спасители там спросили, вот, ты что, с ума сошел? Это же нереально. И он говорит, ну, человеку нереально, а Богу вся реально суть. Угу. Вот, человеку невозможно, Богу же все возможно. В рассказе о Никодиме мне ближе всего, интереснее всего, кстати, я прошу прощения, но у нас-то Рождество, собственно, 7 января, то, что дело было ночью, евангелист упоминает, это же не случайно. Это не потому, что Никодим трусливый, хотя и это тоже, но большинство рожениц, как ни странно, рожают ночью. Даже не ночью, а скорее под раннее утро. Этому есть там физиологическое объяснение, потому что идет активная выработка гормонов, поэтому там легче идет процесс родов. Вот. Но так или иначе, действительно, вот, арестовывать и рожаться, оно ночью, всегда в темное время. И я думаю, что это художественный прием тоже, упомянуть об этом. И дело тут, видите, вот в чем. Вот то, что вы говорили про любовь-то, я бы переформулировал Нагорную проповедь так. «Возлюби Януковича твоего, как самого себя». И весь смысл Майдана, вот этого подвига, для меня в том, что вот если Янукович ударит тебя по левой щеке, подставь ему правую. Майдан – это же было подставление щеки. Вот мы, огромная, ну не огромная, но все-таки площадь, там несколько сотен человек. Вот тебе наша щека. Вот. И видите, это победило. Вот. Победило, ну, победила готовность принести себя в жертву. И это и подвиг самого Христа, это же богоподобие, это подвиг святых Бориса и Глеба Страстотерпцев. Вот, вот это вот довольно важный момент, потому что любовь знает свои ссоры. И еще раз скажу, когда Бог изгоняет Адама и Еву из рая, он же в сущности, Создатель, подставляет вторую щеку. Адам и Ева плюнули ему в одну щеку, нарушив его заповедь и обокрав рай. Вот. А Господь говорит им, вот вам второй рай.
Вот вам земной рай. Живите в нем. Этот рай, мы все до сих пор в нем живем, с его дельфинами, горами, небесами, полезными ископаемыми и вредными людьми. Вот. Но это все равно рай. Вот. И когда нас обижают, по человечеству мы, в общем, готовы сделать, устроить ближнему ад, потому что это наиболее разумный способ. Око за око. А по-божьи мы должны создавать рай не ближнему. Рай для всех. Ад для каждого в отдельности. В аду каждый вморожен в какой-то ледяной айсберг и изолирован напрочь от других. Как вот это была чудная такая американская кинолента, куда приводят мечты о мужчине, который идет за своей любимой, умершей даже до преисподней. Вот. И в раю все оказываются другими, белые, неграми и так далее. Вот. Рай для каждого индивидуальный, это как одиночка. И каждый сам создает свой ад, выкладывая вокруг себя стену из обид, недовольства и неблагодарностей. Вот. А рай, он по определению один для всех. Отсюда мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Может ли рай быть не для всех? Он всегда для всех. Другой вопрос. Не заизолируется ли кто-то от этого апокатастасиса, от этого призыва «приидите все»? Ведь пророки говорят, все народы приидут и поклонятся имени твоему Вышней. Вот все народы придут, а какой-нибудь Вася Пупкин или Янукович, прости Господи, что-то меня сегодня не потянуло, он не придет, он там будет колупаться с золотым унитазом. Кстати, а мы не знаем, может и придет. Да я надеюсь, что придет. Я вас уверяю, Янукович – это далеко не самое опасное явление в современной истории. Ну, догадывался, честно говоря. Ну, я теперь понимаю, почему украинцы не посылают спецназ за Януковичем. Спецназ на более важных заданиях. Абсолютно. Тут и на своих спецназа не хватает, наверное. Слава Богу, сказали мы с Петром Ивановичем. Слава Богу, сказали мы с Сергеем Ивановичем, что не хватает спецназа. Вот только спецназа нам не хватало. От рача млада родися нам Бог. Рождество – праздник рождения Бога, а не дополнительных сил спецназа. Вот, знаете, вот есть такие реколекции, ну, по крайней мере, точно знаю, что у католиков, не знаю, насколько у православных, лекции у Дивина, вот эти вот все игнатианские реколекции, которые ведут до серьезного раздумывания, молчания, вот такой контемпляции, то есть созерцательной молитвы и так далее и тому подобное. То есть те, которые с недр там, духовных показывают человеку то, как он живет, какие у него есть проблемы, комплексы, страдания, боли, непрощения. Хотя формально человек может себя относительно неплохо чувствовать, лишь подозревать, что что-то не так. Да, и вот когда он проходит эти реколекции, ну, как-то вот по свидетельствам тех людей, которые постоянно практикуют, и не только монашествующие, но и светские, узнаю, что это реально как-то каким-то образом действует, да. А вот мне интересно у вас спросить, а существует ли более такой натуральный способ, да, вот не то, что жить вот так вот, как живется год, а потом там на две недели там пойти и вот так вот серьезно себя выжать духовно, а вот так вот, чтобы каждый день вот как-то проживать, чтобы думать про это. Есть ли такой более натуральный способ, может, не такой концентрированный, трудоемкий, но, тем не менее, который показывает человеку, как он живет и живет ли согласно духовному предписанию, который сам Бог для него предначертил? Ну, вы знаете, я действительно в этом соотношении православный человек. Вот, у православных реколекций не то чтобы нет, они появились в последние десятилетия на моих глазах. Еще в 50-е годы появились, ну, это я уже знаю как историк, у нас пассии, потому что после войны из-за репрессий в России было мало духовенства, и одно время большинство священников в Москве были выходцы с Украины, именно с Западной Украины. Многие были бывшие греко-католики. Вот. И это даже называли и называют по сей день иногда украинской мафией.
в XVIII веке было то же самое. И одно время даже был указ Екатерины, чтобы украинцев не рукополагать священники в Великороссии. Но он не соблюдался, был дефицит, украинцы были лучше образованы. Вот. И тогда вот в православных московских храмах, их было 48 всего, появились пассии. Первый начал читать отец Всеволод Шпиллер. Он был из репатриантов, из белых эмигрантов, был священником Сербии, а в 50-е вернулся. Народ шел и ходит сейчас на пассии с огромным удовольствием. Сегодня я знаю несколько православных таких братств, где есть реколлекции. Они заимствованы у католиков. Но я знаю, например, что есть и обратное влияние. Есть такая, ну, была Царство Небесное, Екатерина Догерти-Колышкина, дочь русского дипломата в Иране, которая после революции уехала с семьей, с родителями в Америку, там женилась на каком-то довольно богатом человеке. И она в Канаде создала Дом Марии для католических священников, возможность такого ретрит, отпуска. Но она это сделала на православный, как она считала, манер. То есть домик там недельку живет, отдыхает от своих прихожан и главных прихожанок. Вот. В России все-таки этого обычая нету. Хотя я помню, отец Александр говорил, что это было бы очень хорошо. Вот, возможность так отдохнуть. Старался у них прихожан, но это не очень получалось. Вот. Я проживаю в Москве, и вот если мне что-то можно пожелать, то, наверное, вот, ну, вот в прошлом году вот все-таки удалось... Ну, там на конференцию, но все-таки на несколько дней совсем уезжаешь. Это, конечно, похоже на реколлекцию. Но я не в претензии, что это бывает редко. Я думаю, что большинству людей в небогатых странах этого не дано. Это всегда какие-то деньги. Вот. И, может быть, и не нужно. Для меня идеал в этом смысле – это праведный Ной, который, как сказано в Писании, ходил перед Богом. И вот вы знаете, отец Александр Шмеман, он молился в основном в поезде, когда он ехал с работы в пригород. И это для него было именно время молитвы. И многие люди молятся, вот ходя перед Богом. Значит, кому-то комфортно вот посидеть, помедитировать, посозерцать, а кому-то комфортно при ходьбе. Единственное, понятно, что невозможно созерцать, глядя на экран телевизора или компьютера. Это несовместимо. Отец, вот вопрос в чем состоял, да, хотя так витиевато я его поставил, за что каюсь. Вот и существуют ли такие практики, которые нас обновляют? Пускай по, там, не знаю, миллиметру, по молекуле, по атому, да, мы сразу обновиться-то не можем, да. Частично, да, какие-то вещи, где мы приходим на этот путь метанои, да, я так понимаю, да, это все-таки метанои, изменение мышления происходит, а после этого изменения мышления происходит и наше изменение глобальное, когда уже мы не мыслим категориями эгоизма там и того подобного, то есть как-то начинаем думать категориями любви. Вот что наиболее нас изменяет, вот то, что нам доступно, да, чтобы не надо было далеко идти, что-то там готовиться там за 3-4 месяца. Вот что нам доступно с того, что нас наиболее меняет, обновляет на вашу точку зрения? Ну, маленькое примечание. Метаноя – это все-таки не изменение ума, это изменение сердца, потому что в древнем мире нус помещался именно в сердце, и не интеллектуальное начало. Или в легких. В легких тоже. Да. Поэтому, если человек грешил, говорили, пустился во все тяжкие, а надо жить во всех легких. Что до вопроса, то, как ни странно, имеет довольно простой ответ, прямо по схоластам, как-то там в кодексе Юстиниана. Имя должно соответствовать тому, что именуется. Богослов должен богословствовать, крестьянин должен крестьянствовать. Хочешь обновления – ищи нового. Собственно, человек, который идет на реколлекцию, он ищет нового. Он там, может, папа римский, который может с кафедры возгласить что-нибудь безошибочное. И вот Папа Римский скромно садится и слушает священника, которого пригласили попроповедовать. Папа умнее, может быть, этого священника. Он может быть подуховнее. Но этот священник новый. Я вот там приезжаю, когда на епархиальный съезд в Харьков,
У нас иногда там греко-католический пастор, какой-нибудь патер проповедует, иногда православный. Но для меня это всегда большое событие, потому что это новое. На украинском языке для меня это тоже важно, потому что, ну, когда слышишь Слово Божие на другом языке, на французском, на латыни, на итальянском, оно звучит совершенно иначе. Ты вроде бы вот все это на зубок знаешь, Евангелие-то, а послушаешь на французском, и вдруг иначе, новое. Вот, поэтому человеку, который не имеет возможности устроить себе реколлекцию, да и к реколлекциям человек привыкает, когда из года в год один и тот же предику говорит, вот, проповедник, тоже и реколлекции становятся рутиной. Потом с годами время идет быстрее, и от одной реколлекции до другой уже даже не успеваешь чаю выпить. Если ты атеист, от одного Нового года до другого снял игрушку и уже обратно вешать. Вот. А почему время бежит быстро? Психологи отвечают. Потому что мы меряем время тем новым, что произошло. Поэтому, если вы смотрите фильм, какое-нибудь кино второй раз, я думаю, что вы знаете этот феномен, он проскакивает быстрее, потому что либо вы замечаете какие-то новые детали. Вот. Я «Три мушкетера» сейчас прочитываю иногда за 15 минут. Я беру, вжик-вжик-вжик-вжик-вжик, я знаю наизусть, просто пролистать. Большой риск также поступить с «Требником» или с «Молитвенником». Значит, нужно искать нового, прочесть новую молитву, пойти в храм к баптисту, к римокатоликам, пойти не в свой православный приход, где ты всегда ходишь, а зайти в соседний, пойти в музей, прочесть новую книгу, то есть ввести в свою жизнь новые впечатления. Только жену не надо менять или мужа. Но зато в другом человеке ты можешь открыть новое. Вот чего мне страшно показалось, отсутствует в книге Данте «Новая жизнь». Там такая сладостная любовь к этой Беатриче и так далее. Но он же ни разу с ней не поговорил. Ему это было не нужно. Вот. А любил он чужую жену, между прочим. Так вот, отчуждение людей, любящих друг от друга, в том числе сына с отцом и так далее, когда люди перестают говорить, думают, что другой не может сказать ничего нового, все знаем. С родителями это особенно часто бывает, такая иллюзия. Вот я все знаю, папа, мама, ну, что может сказать нового папа или мама? Пойди в магазин. Вот. Любой человек, даже Янукович опять привязался, да что ж такое, вот, всегда может сказать что-то новое и должен говорить что-то новое. И тогда обновляется и наша жизнь, и его. Угу. Отец, смотрите, у нас остается не так много времени, да, но вот если взять такое обновление, ну, суто евангельское, такое, которое мы можем наблюдать, то кажется, что оно произошло, ну, как мне кажется, после сошествия Пятидесятницы, то есть после сошествия Святого Духа на апостолов, как-то они обновились, как-то укрепились, как-то поняли с харизматической точки зрения, что произошло, да, то есть что-то такое произошло, вот это именно обновление, когда они уже не боялись за Господа умереть, да, потому что когда схватили Иисуса Христа и повели его на суд, а потом уже на распятие, то они все разбежались, когда же произошло вот это вот сошествие Святого Духа и уже случалось с апостолами порицание и их бросали в темницу, они, выходя из темниц, радовались, что страдают за Иисуса Христа. Следовательно, этой логике мы можем предположить, что такое стопроцентное, да, обновление возможно после того, как в наших сердцах появится Святой Дух, да, который на нас снизойдет в результате чего-то. А в результате чего он может сойти так и укрепить так глобально, как апостолов? Мой к вам последний сегодня вопрос. Вы знаете, Пятидесятница была днем рождения церкви, но я бы не сказал, что она сильно обновила апостолов. Настоящее обновление началось потом. Ну, возьмем даже самое первое настоящее обновление. Когда апостол Петр, ему было видение от ангела с чистой и нечистой пищей. «Жри, сукин сын», сказал ему ангел Господень. «Ешь свинину, ешь шкварки». Вот.
Потому что рождается новый ребенок. Он же еще не новый человек, он всего лишь ребенок. Он открыт миру, это неплохо. Но по-настоящему мы становимся новыми людьми, когда мы сталкиваемся с реальностью другого человека. И обычно мы избегаем этого столкновения. Мы привыкли отвечать на все инерционно, штампами, стереотипами, тем, что в типиконе прописано и в канонах есть. А жизнь-то все время новая. Жизнь – это творческий процесс. И мы обновляемся, когда мы понимаем, что какая-то препона, проблема, трагедия, и это ангел Господень нам явился, застопорил нас, как ангел Валаама через ослицу, тюхнул нас, как ангел Петра. Вот. И Бог нам через жизнь, через обычные неприятности говорит: «А ну-ка, начинаем новый этап». И это надо принять, иногда как крест, если угодно, но чаще, по-моему, с удовольствием. Просто надо знать для себя, что вечность – это не фиксация того, что нам нравится, и распространение на вечность. Я люблю эклер, в раю будет огромный-огромный эклер, и я его буду вечно жевать. Так ребенок думает. Вот. А вечность – это я люблю, когда происходит что-то неожиданное со мной и другими, и я перескакиваю куда-то за свои пределы. И вот этот вот перескок, обновление, ну, это и есть рай на земле. Ну что ж, отец, спасибо вам за действительно такие продуктивные, интересные, информативные ответы, вдохновляющие. Вот это самое лучшее, мне кажется, слово, обозначение. И на завершение нашего эфира я прошу вас об анонсе на следующую неделю. Следующую неделю. Передо мной книга «Правда о русском мате». Как хотите, да. Давайте, может быть, о суевериях. Мы говорили уже об этом, но суеверий так много. Давайте о суеверных отношениях к святыне. Вот отдельная тема, на самом деле, и для неофита довольно важная. В какой момент наша вера сама превращается в суеверие, омертвляется и убивает самое себя? Ну что ж, на этом троєточие ставим. Дорогі слухачі Радіо Марія, це була програма «Неофіт» з цим Яковом Кротовим, вів ефір Іваницький Сергій. Сильно-сильно благодарим вас за этот ефір. Спасибо, огромное спасибо, отец. С Богом. Да, вам спасибо за вопросы, с Богом.